Госсанитехнадзор Московской области продолжает работу по выявлению фактов парковки автомобилей на зеленых насаждениях и газонах. В нашем городе подобные рейды проходят еженедельно. С наступлением лета эта проблема стала еще более актуальной. Летний период времени транспорта в городе пущено прибавляется. Парковочных карманов не хватает, и автолюбители, владельцы транспортных средств ставят свои автомашины, транспорт на участках зеленых насаждениях. Как показывают рейды Госсанитехнадзора, нарушают закон Московской области о запрете парковать транспортные средства на газонах и зеленых насаждениях в основном гости нашего города. Впоследствии нарушителей транспортных средств, то есть транспортные средства мы фиксируем. Отправляем запрос в ГАИ для получения информации владельцев транспортных средств. И отсюда видно, что данные владельцы, то есть приезжие из других городов. В ходе рейда было выявлено 8 нарушителей. Им придется заплатить штраф. Суммы платежа таковы. Для физических лиц от 1 до 5 тысяч рублей. Для должностных от 10 до 50 тысяч рублей. Для юридических от 30 до 100 тысяч рублей. О нарушителях сообщают и активные пущенцы. За прошедшую неделю поступили жалобы, сигналы от жителей. Это микрорайон Г, дом 7. Большое количество поступило жалоб по поводу с микрорайона В, 23, 24, 26, дома 27, 28, 29. Там особо большое количество жалоб. Также с микрорайона Г, дом 27. В ходе обхода города инспектор Госсанитехнадзора не только фиксировал нарушения, но и проводил так называемую предупредительную работу. После рейда под щетками стеклоочистителя неправильно припаркованных машин остались листовки. В них в том числе содержалась информация о размере штрафа, который придется заплатить нарушителям. Екатерина Рускова, Андрей Михайлин, Михаил Поляков, ТВС Пущино.